Папа, что вот? На второй сан-санкар, когда пошел в эту сторону, Гунунсо. Вот. Топнул на Дунджумоке. На топнул, да. Топнул, понимаете, это грубая ошибка, но не близко к обнулению. Это, ну да, ошибка. А когда человек делает не те стойки, это уже возможно обнуление. В зависимости от ситуации, там как что. Так, давайте образ. То есть они сделали там, они старались, они молодцы, зеленые пояса, хорошие зеленые пояса. Давайте, ребята, извините, что ваши просто говорят, в этом смысле, что вы сюда вышли, чтобы говорить про плохое. Про хорошее это не то говорить, кому это интересно. Вы по новостям часто видели что-нибудь хорошее? Ну это не просто интересно. Людям интересны всякие осплетни, там, рассказывают друг про друга. Там тоже рассказывают. Ну никто же так не все говорит, такой вообще слов нет, да? Так, давай. У него что такое прям, что является прям такой системной, грубой ошибкой? Что не понравилось? Теряет баланс. Баланс теряет. А почему? Потому что не мешкается, забывает. Да? Не мешкается, ну немножко, да, есть такое. Залуд. Это, да, есть технический момент, делает вот так. Вот так, немножко таз вперед, из-за этого он начинает и баланс трясти, и как все сложнее. Получается, все надо делать вот в этой плоскости. Поэтому вот как бы немножко сложновато. Здесь системная. У Влада. Что? Стойки. Стойки не уверены. Стойки не уверены. Так, еще. Что-то кто-нибудь что-то хочет сказать? Давайте посмотрим еще раз то же самое. Вот, учитывая то, что мы сейчас обсудили, сейчас посмотрим свежим взглядом. А что же там еще такого есть? Да? Ребят, на самом деле видеть ошибки это очень сложно. Смотреть вообще в жизни, да, как говорят, проще заметить там соринку в чужом глазу, чем бревно в своем. Вот в нашей ситуации нам надо обязательно смотреть и как вещи оценивать друг друга. Поэтому одна из частей, один из способов тренировок подуль, это там 10 минут, там, условно там по 5 минут каждый смотрит у другого туль по движениям. Неважно, сколько он движений отсмотрит, там 2 туля или 3 движения, понимаете? Главное то, что ты смотришь на партнера, ты пытаешься его как-то изменить, ты по-другому на это вообще воспринимаешь. Так же и тренер. Когда ты начинаешь работать, особенно вот молодые тренеры, начинаешь работать, ты. Обычно идет резкий скачок собственного мастерства, потому что ты начинаешь перерабатывать все, что чему тебя учили, переводить опять из того, что ты слышал, и сознательно все это еще раз проделывать, продумывать, опять начинать от мелочей, выстраивать, и у тебя уровень сразу опа, ты тренироваться начинаешь меньше, потому что как спортсмен ты занимался больше, а уровень почему-то у тебя начинает расти большими темпами. Слушайте, ну там дует так вообще, как будто там Дедушка Мороз. Вот. Это важно. Это надо пользоваться. И поэтому, молодежь, хотите улучшить свой уровень, приходите к тренерам своим, ассистировать на маленьких детей, помогая маленьким детям, вы свой уровень личный у вас растет. Это ваш интерес. И тренеру вы поможете, безусловно. И детям этим маленьким поможете, тоже что-то хорошее сделаете. Там не там идти, там, не знаю, там стенки там на субботнике там отмывать, а сделать реально хорошую вещь, которая этим детям она нужна. Им от этого будет хорошо. И они потом это придут другим маленьким детям, когда вырастут. Это вот и есть то, что там делай добро, оно к тебе вернется. Это хорошая штука. И вам лично будет от этого польза. Ну вот вообще классно, да? Как называется? Стратегия win-win. Правильно? Чем бери? Бери. Чак!
глобальные проблемы-то они решили, да, да? Глобальные. Что это такое хорошее? Но немножко, но тем не менее, он уже это делает более сознательно. Вначале он вообще это не делал, а потом как бы ему это не помешало закончить, да? Ну то, что давайте забудем, потому что он там движение одно забыл, ничего страшного, такой это ему остынёк и всё. Вот. Как бы системно тоже было лучше сделано, как мне кажется, оба сделали лучше. Давайте, что еще такое прям, ну, прям вот сильно бросилось в глаза по Илье? Шартов постоянно. Системный. Топол, это ошибка. Шартов это, конечно, то кто-то будет считать ошибку, нет, а топол это конкретно ошибка. Так. А по Владу? Давай. Заваливался, да. То есть по всей общаге.